друзья, товарищи. Сегодня у нас Samsung A320F. Хочу раскидать, снять дисплей. Крышка уже снята. И приступим. Нужно выкрутить болты по периметру. Тут их немного. Не знаю, экран вроде целый, но не работает AMOLED-матрица. Вполне может быть повреждена. Так, болты у нас укручены. Снимаем нашу беспроводную зарядку. Отсюда она приклеена с легонца. Берем палку-ковырялку, поддеваем, вытаскиваем. Также верхний пластмассовый щиток вот здесь имеется. Тоже его убираем. Отстегиваем аккумулятор. Самое главное. Отстегиваем всякие разные шлейфа, чтобы нам ничего не мешало. Также шлейф дисплея самого. Еще какой-то шлейф, наверное, клавиши боковые. Ну, в принципе, наверное, все. Сейчас попробуем извлечь плату. Type-C разъем, прикрученный к корпусу. Внизу. И. По-моему, больше болтов нету. Камеру тоже отсюда извлечем. Что-то нас держит. Вот в этой части здесь у нас, судя по всему, антенка держит. Так, плату я извлек. Плата выглядит следующим образом. Вот такая вот простая тонкая плата. Ничего интересного. Аккумулятор, я думаю, извлекать не стоит. Пусть стоит здесь. Шлейфа у нас идут какие-то. Под дисплей разберемся. Греть я, наверное, не буду даже. Так снимется. В любом случае дисплей не работает. Единственное, если пропановую щели, промажу. Клей размягчить маленько. Не знаю, снимали дисплей, не снимали. Сейчас мы это узнаем. Так, рамка промазана изопропанолом. Сейчас начнем куда-нибудь пытаться подлезти нашей карточкой. Карточка не получается. Сейчас мы лезвием поденем. Вот так вот лезвие поддеваем аккуратно под стекло. И теперь уже карточка спокойно заходит у вас. И легкими движениями, не забываем, что у нас там шлейфа идут еще, начинаем расклейку дисплейного модуля от корпуса. Здесь вот такое чувство, как кто-то подклеивал чем-то. Так.
шлейф у нас вот здесь, дисплея. И, в принципе, я был прав, дисплей у нас так, наверное, не видно будет. Расслоился, поэтому он у нас не работает. То есть аккуратное снятие здесь вообще, в принципе, не нужно. Дисплей все равно пойдет на мусорку. Да, вот так вот видно. То есть у нас AMOLED у нас расслоился. Почему-то. Ну, вообще сказали, что после удара телефон, как ребенок вроде как кинул его. Тем не менее, аккуратно снимем, чтобы вопросов не было у нас к дабу. И такое чувство, как будто уже снимали и подклеивали на B7000. Ну, в принципе, наверное, все. Так, лезвие убираем и нет еще маленько. И вот у нас дисплейный модуль, да, он на B7000 приклеен. Это прям видно, что он приклеен на B7000. Как получилось у нас такое расслоение, мне что-то непонятно. Также смотрим, шлейфа у нас все целые. Здесь у нас вот эта вот херня, это у нас от мининого дисплея, судя по всему. Она идет вот тут на шлейфе приклеена обычно. Ну, B7000 видим клей. Все, телефон разобран, подготовлен к замене дисплея, который я еще, конечно, не купил. И вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока.